Здравствуйте, здравствуйте. Давайте с вами посмотрим, будет ли верен ваш избранник. Будет ли он вам верен? Может быть, падок будет на женскую энергию. Давайте с вами посмотрим. Будет ли верен? Во-первых, давайте глянем, вообще идет ли он для начала. Королева Пентакли здесь у меня, да, в жизни что-то все подвешено у девочки. Много работы, но также и много мыслей, да. Много мыслей, много размышлений. И это касается финансовой части, материальной, да. Здесь женщина на заработке, то есть вы. Много также прошлого и в прошлом оставляете вы, да, по Луне. Рыцарь Пентакли здесь у нас. Закрываетесь именно от него. Видимо, долгий мужчина никак не может дойти, либо что-то предложить, либо что-то развивать, что между вами. То есть здесь женщина, да, ждала. Видимо, ждала, ударилась в работу и решила оставить в прошлом именно этого рыцаря, да. То есть ей уже не хочется слышать, видеть. Может быть, мужчина закрывался, да, как-то. Вот и давайте посмотрим. Мужчина из будущего, так сказать, верен вам будет? Да, девочки. Во-первых, он будет человеком очень довольно сильным, сильным по старшему аркану силы. И шестерка кубков говорит о том, что мужчина будет находить с вами общий язык. То есть находить то, что вам нравится, узнавать о вас. Это, между прочим, еще говорит о том, что чтобы да, как-то вас привлечь к себе, мужчина будет узнавать о вас что-то. Но ему в жизни тоже не повезло, видимо, да. Познал много предательства. Именно там, где он был, и с королевой кубков. То есть мужчина тоже съел на отношениях, да, много горя. Итак, давайте посмотрим, будет ли этот мужчина вам верен. Ой, девочки, здесь три старших аркана. Колесница, звезда и маг. Очень много мужчины задуманного, много целей. Он знает все свои плюсы и минусы по колеснице, да, прекрасно и отчетливо понимает, да, что он из себя представляет, он их принял. Я могу сказать, что он на вас будет смотреть, как на какую-то свою звезду, да, не знаю, ту женщину, которая вдохновляет вас. Думаю, что мужчина, возможно, будет очаровывать многих по магу. Но я думаю, что он уже усмирил в себе, знаете, как устаканил все внутри. Нет, здесь не ожидается измен. Здесь человек довольно самодостаточный. Ему не надо самоутверждаться абсолютно. Не захочется. И, как бы, знаете, он... Ну, я еще раз повторяю, тут мужчина знает все за и все свои за, все свои против, все свои плюсы, минусы, он совсем смирился, он уже знает, как усмирять себе, да, какие-то такие вот желания. В вас он видит женщину равную себе, самодостаточную, клевую, классную. Хоть он, да, здесь и показан тоже магом, то есть мужчина, который имеет энергии, который привлекает, да, других. Приманивают, да, человек, который владеет этими энергиями, да, и создает их в себе, чего и примагничивать может людей, но здесь нет, девочки, нет, изменять человек не будет, потому что вы именно тот человек, скорее всего, которого он искал, его уровня, который вы будете удовлетворять его вот от и до, от и до.